Вы смотрите обзор товара вермикулит садовый, мешок 71 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Вермикулит – это экологически чистый слоистый минерал, который эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом. Полезные свойства вермикулита. Эффективно разрыхляет почву, не давая ей сыхаться и скомковываться, почва постоянно остается рыхлой, несмотря на засухи или излишние осадки. Оптимально регулирует воздушно-влажностный режим, вбирает и запасает в себя влагу в 5 раз больше собственного веса, впоследствии отдавая ее корням растений, что снижает необходимость поливов в 3-5 раз. При этом не заливая почву, то есть, почва полностью увлажняется, но при этом легко дышит. Содержит в себе множество микроэлементов, необходимых для роста, окиси кальция, магния, калия, железа, кремния. Улучшает структуру легких, песчаных и тяжелых, глины и суглинки, открытых грунтов. Активно стимулирует рост корневой системы и растения в целом. Уменьшает кислотность и процесс засоления несменных грунтов на 8-14%. Увеличивает эффективность действия удобрений, запасая в себе и затем отдавая полезные вещества. Снижает заболевания корневой гнилью. Увеличивает сохранность овощей и фруктов. Увеличивает урожайность. Также вермикулитом можно пересыпать овощи и фрукты для того, чтобы они лучше хранились. Он помогает поддерживать стабильную температуру, защищает от влажности, гнили и грибка. Помимо этого, агровермикулит используется для выращивания рассады и при гидропонном выращивании растений. В животноводстве и птицеводстве вермикулит – это пищевая добавка для защиты от интоксикации. Вермикулит – минерал, входящий в группу гидрослют алюмосиликатов. Для получения садового вермикулита минерал обжигают. При нагревании до 800 и более градусов, вода, содержащаяся между его слоями, испаряется, а сам минерал расслаивается. Так получается вермикулит вспученный, пористое сыпучее вещество золотистого или серебристого цвета. Особенности этого вещества – легкость, стойкость к гниению и высоким температурам, а также нетоксичность. Агровермикулит вспученный применяется в сельском хозяйстве, в ландшафтном дизайне для улучшения грунта, в комнатном цветоводстве, в животноводстве, в строительстве. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.